Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Давид и храбрые его. Давид был тогда в укрепленном месте, отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить и сказал: «Кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое эти храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал: «Сохрани меня, Господь, что я сделал это, не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.